Здравствуйте! Добро пожаловать в Грозный, здесь на Ахмат-арене. В 19-м туре Мелбет первой лиги сыграют Алания и Химки. Команды, которые располагаются в лидирующей группе. Мы ждем интересного футбола. И стартовый удар по мячу уже состоялся. Его нанесли гости. Белые футболки, черные шорты и черные гетры. Это форма Химок. Разница в классе была ощутима, но и против такого соперника нужно было и настроиться, и обыграть. У Химок тогда была серьезная ротация состава. Тем не менее, вот крупная победа была достигнута. Химки в атаке. Ох, какой момент! И красивый гол! Красивый гол! Илья Берковский. Берковский, Руденко, Хасонов, Нетфулин обнимаются. И давайте еще раз посмотрим, как это было. Руденко здесь балансировал на грани офсайда, но эту грань не приступил. Дальше последовала передача. И посмотрите, как здорово Александр Руденко распорядился своим шансом. Одним движением убрал со своего пути защитника Алании и отправил мяч в сетку ворот. Арендован у футбольного клуба «Краснодар», 20-летний защитник. Еще один момент, ворот Алании. Только Солдатенко спасает команду из Владикавказа. Руденко не использовал свой шанс. У Руденко в каждом матче много моментов. Алан Багаев делал передачу вперед на половину поля соперника. Скорее так, зачищал там пространство на своей половине. И снова Багаев сыграл на опережение. Нет офсайда. Химки в атаке. Очень опасный момент. И надо забивать Руденко. Нет! Ростислав Солдатенко выручает Аланию. Но надо воспользоваться тем, что есть пространство на половине поля соперника. Там финальный третий. Батрас Гурцев. Передача. Великолепно. И удар с острого угла. Гол! Сравнивают счет футболиста Алании. И делает это Ислам Машуков. Ислам Машуков. Есть десятка. Выбивает десятку. Лучший снайпер Алании. Батрас Гурцев. Нет положения вне игры. Ну а дальше хлесткий удар. Куда? Под штангу. На ближнюю штангу. Навес опасно. Гол! Гол! Все-таки забили. Все-таки забили футболисты Химок. И делает это Хетак Хасонов. Получилось стильно, модно, молодежно. В касание, в ближний угол. Хетак Хасонов вновь выводит Химки вперед. 2-1. Отыграл Кротов ближе к концу матча. Данил Степанов, новобранец Химок. Ну а Корян уже с мячом и делает пас на Руденко. Руденко в дальний угол подкручивал. Выручает Ростислав Солдатенко. Хасонов мяч перехватил, сделал точную передачу. И дальше на Руденко пас уже к линии штрафной гостей. Какая контратака Химок, и как блестяще ее завершает Аршак Корян. На раз, два, три. Украшение сегодняшнего матча. Посмотрите, не было положения вне игры у Руденко. Вот с моей точки зрения, он в этом сезоне очень здорово прибавил в этом искусстве. Открываться на грани офсайда, но не приступая эту грань. Ну а дальше совершенно зряче сделал передачу на ускорившегося Коряна. И Аршак Корян в касание отправил мяч точно под Ростиславом Солдатенко. Но вынуждены хозяева рисковать. Химки этим пользуются. Получает мяч Руденко. Обыгрывает защитника и забивает красивейший гол. 4-1 в пользу Химок. И второй мяч в сегодняшнем матче от Александра Руденко. И седьмой для него со старта нынешнего первенства России. Посмотрите, как здорово, как стильно сыграл Руденко. Обыграл Багаева на встречном движении и подкрутил мяч по недосягаемой для голкипера траектории туда, в дальний угол, с рикошетом от штанги. Красивый гол. Первый гол Руденко стал настоящим шедевром. Этот, ну если уступает, то совсем чуть-чуть, а эстетически, мне кажется, равноценен. Два шикарных гола Александра Руденко, нападающего Химок. Вот и все об этом матче. 19-й тур, Мелбет первая лига. Химки разгромили Аланию, нанеся ей первое домашнее поражение в сезоне. 4-1 в пользу команды Андрея Талалаева. Грустный Николай Гергобиани, грустные болельщики Алании, но сезон еще не закончен. Можно еще многое исправить. Вместе с вами футбол смотрел Олег Пирожков. Всего доброго и до новых встреч.